Сука, так... Ненавижу тебя такая. Этот прием называется сиськохват. Смотри на Тось. Прием сиськохват, да. Тося, ты нюхаешь чатик? Тось? Повернись, да, вон тут. Че тебе надо такая? Взгляд набычный такой, как обычно. Тося, ты че грязная такая? От нее, знаете, от нее постоянно пахнет туалетом. Она все время валяется в туалете в наполнителе. От нее вот этим наполнителем и воняет. Она не валяется в наполнителе, она просто копается в наполнителе. Ну, копается и потом валяется по полу, там лежит. Она не может нормально по-человечески. Ей надо укусить все время. И она даже не царапается, она именно кусается. А вон сзади, смотри, какой там мустанг едет. Уровень сложности влияет только на хп врагов. Я знаю, эту игру смотрел. Враги тупорылые до невозможности вообще. Простите. Слышь, это какой-то... Присел посмотреть название, что за машина? Это какой-то... Ай, блин, больно, ну что тут делать? Я самолет. Так, спокойно. Фига нам повыло. Конечно, мудак. Прямо около тебя. Даже не вот это стиль, понимаете, как мы все сделали. Чё за нахрен? Чё происходит? Так, у нас выносливости мало, пора уже что-то решать. Ясно. Чат, ничего не было, мы только что начинаем, окей? Там же эта музыка была у меня, Lollipop. Подожди. Ну вот. Типа Джимми Хендрикс, это же отстойще. Типа, кто его слушает? Подожди, а как он называется? Углом в лоб. Прости, ну будет вторая вмятина для симметрии. А еще у нее кружки по 3 по 4 стоит. И что? А у тебя знаешь, что здесь стоит постоянно? Че? Куча бутылок из-под всяких твоих напитков. Я могу сказать, что у тебя крокодил под кроватью. Нет, такого не было. Видишь, у меня все чисто. Я тоже могу много чего сказать, Артур. Че, например? Много чего, но не буду. Из уважения к нашему браку. Много чего могу сказать. Много. Даша, подожди, днюх. Серьезно? Ну не на стриме же. Подожди, не уходи, пожалуйста, открой мне посылочку, просто... а то я полчаса сейчас открывать буду. Просто это, короче, не... я не буду обсуждать это слишком личное. Просто этот прием. Не уходи. Не должен был вообще попасть в онлайн. Я забыла, что мы на стриме. Посылку мне помоги открыть. К торговцу прийти. Здравствуйте. Я тут ворвусь. Конечно, я уже на самом... Я вот буквально только что... Блядь, Тёма, ты меня отвлек. Я поднялся на вышку вот эту, которая коопная, да? Услышал тебя, спустился с нее и попытался... И умер, да. Короче, придется подождать минуты три еще. Ты че меня пугаешь-то так? Сорян, не знал. Вот. Ну, короче, сейчас скоро ты сможешь присоединиться. Пошли, короче, она будет. Смотри, там целый лагерь этого говна. Сейчас разнесем. Сейчас я посмотрю на них, короче. Подожди, я забыл. Ты посмотрел на всех? Сейчас. Как они тебе? You wanna play? Let's play. Я должен был перелететь. Я, сука, в бинокль смотрел как раз на это место. Подожди, здесь же, блин, горелка. У тебя есть горелка? А, горелку в прокачке открываешь, как и парашют. Так, я сейчас уберу автовождение на какую-нибудь другую кнопку. Серьезно. Тебя зовут! Это было страшно, пипец, какой скример. Все, стараемся, окей? Сейчас стараемся. Да куда?
ты летишь, твою мать! Все, простите. Пиздец. Вот, сука! Вот так вот, вот так вот, вот так вот она. Видишь? Видишь, чат? Что руки золотые делают? Это руки стали... Мара, блядь! Прости, я не знаю. Я даже не буду себя оправдывать. Бля, лезь наверх, твою мать. Так, спокойно. Спокойно, чат, теперь просто. Кубок бросил, ушел в Fortnite. Но он типа поинтереснее, по-моему. Там больше действия. Ну, ты знаешь, при этом это все вкусовщина на самом деле. И я бы не стал говорить, что Кубок плохая игра. Просто она мне надоела, и все. Я не могу открыть. Я... Даша! Сейчас просто... Ты что творишь, Ира? Я... Она не открывается, Даша. Я чайку не спала. Стой, что ты сделал? Господи. Ну, Даша, я не могу открыть. Так вот же здесь специальные пазики. Даша, бегу. В смысле пазики? Пазики — это автобусы. IQ-20, да? Я не могу ее прицепить. Мне не получается. Я никогда не была так сосредоточена, как сейчас. Я тоже стараюсь. Такая тишина. Был. Боже, я уже заблудился, серьезно. Не то, что заблудился, но... подзаблудился. Эти хрени хоть звук какой-то издавали бы. Страшно. Сука. Я в дверь уперся и не мог зайти в комнату с перепуга. Она на паука похожа, это хрень. Я даже твой ник читать не буду, ты облажался. Я не испугался. Так, продолжим. Ясно? Ранее. Ваша победа еще далеко, но... Что с ней? Каждый день, кто против нее присоединяется, столько людей, что я уже сбился со счета. Верь, скоро мы освободим Хадсон. Быдло, ну быдло, ну быдло, ну да, быдло, быдло. Я слышу. Вставай. Ну куда ты, блядь? Спасибо тебе. Я ранена! О боже. Давай возьми там квест. Вообще не напрягся, честно говоря. Так, спокойно, спокойно. Сохранись. Я только что сохранился. Все, чат, я не могу сегодня больше. Вот. Зато любит, когда я ее кормлю, убираю за ней говно. Вот это она любит. Получи, 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 еще, еще. А, я не могу убрать, она когтем держит. Еще, да, да, Тося, вот так. Так, осторожно, здесь можно... Психотина, постоянно вот эта хрень. Получи. Ну, короче... И она нырнула в гору мусора, как... Да, помните? Короче. Помните момент из этого... Пятый элемент?
Да, из пятого элемента, короче. Она вот тут в гору мусора, короче, туда нырнула. Вот туда куда-то, и все. Мы ее больше не найдем, наверное. Можно я дверь закрою? Это что, кровь на экране? Зачем я туда иду?